очередную 11-ю серию под названием «Вот в разработку сериала «Шеф Возвращения» вы сможете посмотреть во вторник, 21 сентября, на официальном канале телеканала НТВ. В ней вы узнаете о том, как Расторгуев восстанавливается после ранения. Ряжский предстает перед судом, его охраняет полицейский. Вильяминов предлагает Расторгуеву ввести в операцию против акробата Тихомирова, которого обвиняют в трех убийствах. Защищать Тихомирова снова будет адвокат Павлов. Тихомиров вынужден согласиться. Шульгин пытается выйти на полковника Вильяминова, но узнает, что уволен из ФСБ. Тогда он просится на работу к Митрофанову, недавно купившему банк региональный. На Ряжского совершается покушение. Расторгуеву предлагает должность начальника управления розыска в Питере. Не сразу, но он принимает это предложение.